Шокирующее заявление одного из уважаемых российских адвокатов. Он сказал, что Москву зальют кровью и превратят ее в Мертвое море, если кто-то будет мешать мусульманской общине вводить в стране суды шариата. Из общих разговоров эта тема стала конкретным предложением с конкретными фактами разбирательств по законам шариата уже в сегодняшней Москве. И то, что раньше позволяли себе говорить только радикалы, сегодня внедряют в жизнь юристы. Репортаж Валентина Трушнина. Встать, суд идет. Шариатский. Точнее, уже пришел. И не только на Кавказ, но и во все крупные города России. А потому его нужно легализовать, считает адвокат Дагир Хасавов. Он создает мусульманский союз, который займется защитой исламского права. Обращаются люди, один ограбил другого. Что-то происходит. Куда идти? Ну, мусульмане не хотят идти ввязываться в судебную систему. Многоступенчатую. Первичную. Они не хотят интегрироваться в общество. Назовем вещи своими именами. Но если вещи называть своими именами, это общество, которое вы сейчас сказали, немножко чуждо. Лидер будущего мусульманского союза не считает, что создание шариатских судов нарушит принцип «закон един для всех». Также Дагир Хасавов уверен, что пословица «со своим уставом в чужой монастырь» здесь неуместна. Вы считаете, что приходит куда-то в чужое место, а мы считаем у себя дома. Возможно, вы чужие. Мы у себя дома, и мы будем устанавливать те правила, которые нас устраивают. Хотите вы этого или нет. Любые попытки изменить это будут обольется кровью. Тут будет второе мертвое озеро. Мы зальем город кровью. Исследователь ислама Роман Силантьев имеет к судам шариата самое непосредственное отношение. Такой суд приговорил его к смертной казни заочно. Если вы думаете, что там есть какая-то процедура, есть какое-то рассмотрение дела, кто-то выступает за, кто-то против, вы сильно ошибаетесь. Там какой-нибудь лесной палатки быстро решают, кому жить, а кому умереть. Роман Силантьев говорит, что шариатское право противоречит светскому. Ну, например, по шариату женщина имеет лишь 50% от голоса мужчины. Шариат разрешает иметь 4 жён. Светский закон многоженцев запрещает. Шариатские суды, вот тем, чтобы они работали полноценно, могут быть в Саудовской Аравии, например, в Афганистане. Но в России быть не может. У нас правовое поле в данном случае неделимо. Единое и неделимое правовое поле – это как раз то, о чем мечтает адвокат Дагир Хасавов. Мы будем расширять эту сеть. Начнем с России, мы будем расширять. Сначала Азия, и дальше будем и полностью будет охвачен весь, как в халифате было. Весь арабский мир, все мусульманы мира должны быть едины и должны создавать единую систему. Россия должна нам дать такую возможность. У шариатского суда, по мнению Дагира Хасавова, много преимуществ. Он быстрый, его решения строго исполняются. И даже сотрудники правоохранительных органов по достоинству оценили его преимущества. Органы обращаются, органы говорят, а, вы стоп, с Кавказа, давайте сами разбирайтесь. Иногда бывает даже звонят, слушай, вот такое-то дело, ты это не знаешь? Да я не знаю, я узнаю, кого что-то. Слушай, разберитесь сами. По словам адвоката, для многих мусульман обратиться в светский суд – это позорный поступок. Первая же посетительница подтверждает его слова. Она разводится с мужем, делит имущество и детей. И как бы другой вариант меня не интересовал. И в том числе и моего мужа, кроме как шариатский суд, больше ничего не волнует. Символом светского суда является Фемида, древнегреческая богиня правосудия. Но если посмотреть на нее глазами правоверного мусульманина, можно увидеть массу недостатков. Ну, во-первых, она женщина, и не пристало ей появляться на публике в таком виде, с непокрытой головой. А во-вторых, она языческое божество. А это очень серьезный минус. Валентин Трушнин, Елена Занина.